Добрый вечер. В эфире новости на телеканале CBC. В студии Эталия Гусейнзаде. Вначале коротко о главном. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии завода по производству оливкового масла в поселке Зиря. Подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии, расположенной в направлении Кельбаджарского района. В Иране продолжаются массовые протесты. Близ Тегерана произошли столкновения протестующих с полицией. Президент Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение о присвоении высшего воинского звания генерал-лейтенант, генерал-майору Маису Шукюроглу Бархударову. Маис Бархударов является участником боевых действий Карабаха в начале апреля 2016 года. Командовал воинским объединением во время Второй Карабахской войны в 2020 году. Командир 2-го армейского корпуса вооруженных сил Азербайджана. После окончания 44-дневной войны 9 декабря 2020 года распоряжением главы государства за высокий профессионализм при управлении боевыми операциями, а также за мужество и отвагу при несении военной службы был награжден орденом Карабах. Также за личную доблесть и отвагу, проявленные на поле боя, награжден медалями за освобождение Джабраила, Зангелана, Физули, Ходжавента, Губадлы и города Шуша. Президент Ильхам Алиев также подписал распоряжение о присвоении контр-адмиралу Субхану Бекирову высшего воинского звания вице-адмирал. Президент Азербайджана принял вице-президента Турции Фуада Октая. В ходе беседы было подчеркнуто значение Шушинской декларации. С удовлетворением был отмечен последний визит президента Турции Раджаба Тайба Эрдогана в Азербайджан и его участие в открытии важных объектов в городах Зангелан и Джабраил. На встрече было отмечено значение Зангезурского коридора с точки зрения развития транспортных связей. Особо была подчеркнута важность вложения Азербайджаном более 20 миллиардов долларов в экономику Турции. Было отмечено увеличение товарооборота, успешное сотрудничество в энергетическом секторе. Также был затронут вопрос экспорта газа. Отмечена важность Южного газового коридора и подчеркнута необходимость расширения экспортных возможностей этого коридора. На встрече также состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в транспортной и торговой сферах. Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии крупнейшего в регионе завода по переработке столовых оливок и производству оливкового масла. Общество с ограниченной ответственностью «Абширонские оливковые сады» в поселке Зиря Хазарского района Баку. И сообщение Минобороны Азербайджана: в ночь с 3 на 4 ноября подразделения вооруженных сил Армении с позиций направления населенных пунктов Басаркичарского района, применив стрелковое оружие различного калибра в течение 5 часов с перерывами, подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Кельбаджарского района. Подразделениями азербайджанской армии, расположенными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры. Одними из главных площадок, где согласовываются цельные задачи между Азербайджаном и Арменией, становятся Брюссель и Вашингтон. Европа и США, как и Россия, стремятся внести свой вклад в урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией и подписание мирного договора. Об этом заявил главный редактор издания «Обозреватель» Неджат Гаджиев, комментируя состоявшееся в Брюсселе 3-е заседание Государственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы между Азербайджаном и Арменией. А для того, чтобы выйти из той ситуации, в которой все мы сейчас оказались на сегодняшний день, нужно признавать территориальную целостность Азербайджана. Запад это прекрасно понимает, Евросоюз, США отдельно. Это говорят на разных уровнях, просто они не говорят это публично, поскольку не хотят срывать процесс мирного соглашения. 4 ноября 2020 года Азербайджан стал еще на шаг ближе к победе в Отечественной войне. Тогда азербайджанская армия освободила от оккупации ряд сел Джабраильского, Зангеланского и Губадлинского районов. В тот же день вооруженными силами Азербайджана было уничтожено большое число живой силы и военной техники противника.
Ровно 2 года назад в ходе контрнаступательной операции «Железный кулак» азербайджанской армии были освобождены от оккупации села Мирек, Кавдар, Джибраильского района, села Мишеди, Исмаилы, Шафибейли, Зангеланского района, села Башарат, Гаракишиляр, Гараджалы, Губадлинского района. Новостью о деоккупации населенных пунктов поделился президент Азербайджана Ильхам Алиев на своей официальной странице в Твиттер. В тот же день глава государства дал интервью итальянской газете «Ля Република». В ходе беседы с журналистом Ильхам Алиев отметил приверженность Баку мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Наша задача заключалась в восстановлении территориальной целостности Азербайджана, и мы приближаемся к этой цели. Мы, можно сказать, 30 лет ждали восстановления территориальной целостности. Как вам известно, на протяжении всего этого времени Азербайджан был серьезно привержен переговорному процессу. Но, к сожалению, это не привело к сколько-нибудь значительному результату. К тому же, в последние несколько лет руководство Армении постоянно подстрекало нас своими заявлениями и деяниями, в том числе военными провокациями. Последняя произошла 27 сентября. Мы вынуждены были ответить, и наш ответ оказался для Армении весьма чувствительным. Говоря о победе, мы не ставили перед собой такой цели. Мы хотели решить это за столом переговоров. Однако мы всегда были готовы добиться этого на поле боя, что мы и делаем. Четвертого ноября 2020 года боевые операции с различной интенсивностью продолжались в основном на Тертерском, Агдамском, Ходжавенском, Зангеланском и Губадлинском направлениях фронта. В течение суток подразделениями азербайджанской армии были уничтожены и выведены из строя 2 танка, 3 гаубицы-пушки, зенитная установка «Застава» М-55, тактический беспилотный летательный аппарат, несколько военных грузовиков вооруженных сил Армении, а также большое количество живой силы противника. Была предотвращена вражеская диверсия против азербайджанских подразделений на Зангеланском направлении с территории Армении. По данным Генеральной прокуратуры Азербайджана, в результате армянских провокаций с начала боевых действий 27 сентября по 4 ноября 2020 года число погибших среди мирного населения достигло 91, а пострадавших 405. Повреждения получили более 2700 домов, около 100 многоквартирных зданий и 500 гражданских объектов. По поручению президента Азербайджана, верховного главнокомандующего вооруженными силами Ильхама Алиева, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и другие руководящие работники министерства посетили воинские части, дислоцированные на границе с Арменией. Министр обороны ознакомился с условиями, созданными на недавно переданном. Восстановление Карабаха осуществляется на основе новой модели управления. Об этом заявил накануне специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных территориях Эмин Гусейнов в ходе мероприятия, посвященного второй годовщине победы Азербайджана в 44-дневной войне. Гусейнов сообщил, что строится 9 магистральных автодорог и 2 железные дороги. По словам спецпредставителя президента Ильхама Алиева, Карабах для Азербайджана – стратегически важная территория. Эмин Гусейнов сказал, что все освобожденные районы, города и села восстанавливаются в соответствии с новой моделью. Он отметил, что приоритетом является также пропорциональное использование ресурсов Карабахского региона, в том числе постепенное возвращение бывших беженцев в свои дома. Он упомянул о завершении разработки планов восстановления сел Тук, Сугоушан и других. Помощник президента Азербайджана отметил, что на сегодняшний день от мин очищено 13% освобожденных территорий, в частности 23% территории Агдама, 18% Физули, 12% Тертера и 2% Ходжавенда. Телеведущая CBC Анастасия Лаврина недавно посетила Вьетнам, где смогла ознакомиться с тем, как страна борется с минной угрозой. Напомним, что на территории Вьетнама в период 20-летней войны с Соединенными Штатами Америки было заложено рекордное количество бомб. И вот уже 6 десятилетий во Вьетнаме борются с минной проблемой и с проблемами не разорвавшихся боеприпасов. Однако Вьетнам сам по себе это довольно уникальный случай, потому что за последние 4 года, начиная с 2018 года, в этой стране, в некоторых провинциях, не было зафиксировано ни одного смертельного случая, да вообще и случаев даже, чтобы кто-то подорвался или пострадал от минной угрозы. Почему? Потому что, начиная с 2016 года, у них представлена особая программа, которая, во-первых, позволяет создавать карты, где отмечается, в каких провинциях, где находится самое большое количество мин и не разорвавшихся боеприпасов, а также места, которые полностью очищены от этой угрозы.
Важности решения минной угрозы на освобожденных землях коснулся также президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 31-м саммите Лиги арабских государств в столице Алжирской Народной Демократической Республики. Глава государства отметил, что Азербайджан приступил к реализации программы под названием «Великое возвращение» и делает это за счет собственных ресурсов. Международные донорские организации никакой помощи Азербайджану в этом деле не оказывают. Сегодня во время посещения Музея борцов за независимость мне сообщили, что во время французской оккупации французы заложили более 5 миллионов мин. Это в точности напомнило мне ситуацию, с которой столкнулись и мы. Закладку Армении в период оккупации более 1 миллиона мин, от чего мы сегодня страдаем. После завершения в ноябре 2020 года войны из-за разрыва мин погибли, либо получили серьезные ранения более 260 азербайджанцев. С 1 по 31 октября текущего года сотрудники Агентства Азербайджанской Республики по разминированию очистили от мин и неразорвавшихся боеприпасов 3246 гектаров на освобожденных от многолетней армянской оккупации территориях республики. За этот период обнаружены 461 и 1376 противопехотных мины, а также 2301 неразорвавшийся боеприпас. Проведение совместных военных учений Ирана и Армении на границе с Азербайджаном неприемлемо, так как Тегеран является дружественной стороной для Баку, и данный факт вызывает много вопросов. Об этом заявил председатель управления мусульман Кавказа Алахшукюр Пашазаде. Шейхуль-Ислам назвал подобное проявление открытого недружелюбия по отношению к Азербайджану со стороны Ирана. Факт развертывания маневров на границе с Азербайджаном со стороны Ирана неприемлемо. Мы ведь дружественные страны и, больше того, исповедуем одну религию. Я видел по телевизору, что даже когда солдаты садились в самолет, к ним подошел священнослужитель и благословил их на это. Что они благословляют? Куда посылают? В Азербайджан? Что это? Демонстрация силы? Я не ожидал этого. Но где был их голос, когда за одну ночь Ходжалы было убито более 600 человек? Это сделали не армяне? Почему же вы ни разу не провели этот маневр на границе с Арменией? Мы не наблюдали этого и в течение 30 лет армянской оккупации азербайджанских территорий. Наши земли были оккупированы, мечети сожжены. Где тогда они были? Иранцы выходят на акции протеста, несмотря на растущее давление со стороны сил безопасности. Накануне полиция Ирана блокировала вход на кладбище в Карадже, куда стекались тысячи демонстрантов, чтобы отметить 40-й день траура по Хадидже Наджафи, застреленной во время акции протеста в Тегеране. Силовики пытались помешать толпам людей пройти к ее могиле. Это привело к новой волне жестких столкновений между протестующими и полицией. В результате травмы получили 10 полицейских, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Протесты в Иране продолжаются уже почти 7 недель. Они начались после смерти 22-летней Махсы Амини, которую полиция нравов задержала за неправильное ношение хиджаба. По данным правозащитников, за это время от рук силовиков погибли более 200 человек, среди них по меньшей мере 45 детей. Власти Ирана объявили, что проведут 1000 публичных судебных процессов над задержанными. Официальные лица США заявили об обеспокоенности ситуации в районе Персидского залива. В Кремле назвали домыслами сообщения о планах Ирана атаковать соседнее государство. По мнению экспертов, в отношениях Тегерана и Эр-Рияда есть проблемы, в том числе военного характера. Однако оснований для скатывания ситуации в прямой вооруженный конфликт нет. Но, как мы знаем, Восток – дело тонкое, и это очень сложное противоборство между этими странами. И Иран старается через свои радикальные группировки на Ближнем Востоке повлиять на радикальным образом политику Саудовской Аравии. Но Саудовская Аравия тоже через свои вооруженные группировки, в основном это наемники из стран Латинской Америки и Африки, старается отвечать тем же образом своему врагу. Не думаю, что будет непосредственное вооруженное столкновение между этими странами. Оба они очень сильные, несмотря на то, что у них очень сильные
вооруженные силы, но их армии не будут воевать между собой. Только через группировки, через радикальные суннитские и шиитские группировки, через наемники они будут вести борьбу за главенство мусульманского мира на Ближнем Востоке. Иран начал угрожать Саудовской Аравии и показывать то, что Саудовская Аравия виновата во всех бедах Ирана. Иран таким образом пытается оправдать ситуацию внутри страны, но безрезультатно. Да и помимо этого, Иранская Исламская Республика просто не в состоянии вести какие-либо войны. Иран сам создал разговоры о готовящемся нападении на Саудовскую Аравию. Тегеран может сказать, что от официальных лиц или от Министерства иностранных лиц такие заявления не делались. Это значит, что внутри республики есть другие официальные лица, которые озвучивают такие мысли. Нужно учитывать, что иранские СМИ находятся под контролем государства, и они ничего не могут своевольно публиковать. Европейский Союз призывает стороны принять шаги для повышения безопасности и добиться прогресса в делимитации границ. Об этом написал секретарь Европейской службы внешних связей Стефано Санина после встречи в Брюсселе, точнее заседание комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы. У нас на прямой связи Тургай Гусейнов, член президиума коллегии адвокатов Азербайджана, кандидат юридических наук. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот, как мы понимаем, ЕС высоко оценивает готовность сторон, опять же, продолжать работу над решением всех вопросов, связанных с границей, улучшением, опять же, в общем, ситуации в области безопасности. А скажите, как вы считаете, опять же, насколько велик вот риск новой агрессии со стороны Армении, учитывая, вот даже сегодня мы сообщали вновь об, как говорится, очередном обострении на границе, то есть периодические провокации, да, нарушается режим прекращение огня на границе, и при этом, опять же, обвиняется азербайджанская сторона. Я думаю, наверное, это будет длиться до тех пор, пока стороны не завершат процесс заключения мирного договора между странами. И в том числе, как вы отметили, начало работы, скажем, попытки начала работы рабочей группы касательно делимитации, демаркации государственных границ. Я думаю, что после того, как будут определены границы между государствами, будут проведены соответствующие работы по демаркации на местности, то это в какой-то мере в будущем может исключить вот подобного рода попытки нарушения перемирия и так далее. Угу. Ну вот мы знаем, что на стороне Армении до сих пор, да, есть, как говорится, и те, кто высказывает подобные, ну, всякие вот реваншистские взгляды, но есть и другие мнения. Опять же, осознают ли на сегодняшний день те же вот политическое руководство и, ну, те же видные деятели Армении, вот нынешние реалии? Естественно, что в любом случае этот процесс должен быть завершен, потому что суверенные государства, которые должны иметь соответствующие государственные границы между собой. И в этом плане тянуть данный вопрос и связывать его с какими-то другими вопросами, скажем, я думаю, неуместно, поскольку в будущее в любом случае республики придут к тому, что между ними будет установлена нормальная государственная граница, и будут, скажем, как только будут установлены границы, наступит время, когда стороны будут отвечать за нарушение государственной границы, за нарушение принципов и норм международного права. Я думаю, что в этом плане стороны все-таки должны прийти к общему согласию, и в частности Армения, поскольку Азербайджан делает всяческие попытки, чтобы подключить их к процессу демаркации, делимитации границ. К сожалению, со стороны Армении подобное. Есть решать вопрос за столом переговоров, а делать попытки разрешения, скажем, какими-то военными вариантами разрешения этого вопроса. И тем более сейчас страна, которая как бы выступает в роли определенного гаранта, именно Российская Федерация, она тоже на стороне того, чтобы этот вопрос все-таки решился, вопрос
определение, то есть демаркации, делимитации границ. И в этом плане, я думаю, на Армению должны оказывать соответствующее влияние и международные структуры. Если посмотреть, то сегодня, скажем, в рамках ОБСЕ, в том числе, да, структура, которая непосредственно долгое время, в течение 30 лет, пыталась решить данную проблему. Но в рамках ОБСЕ, я вам скажу, есть даже практическое пособие по тому, как решать вопрос по демаркации, делимитации границ. И в частности, касательно определения границ между Азербайджаном и Арменией, я думаю, здесь нужно прибегнуть к использованию общепризнанного принципа в международном праве, принципа ути посидетис, когда административные границы бывших союзных республик, они должны были быть преобразованы в государственные границы. Но Армения в этом плане, она всячески старается уходить от этого вопроса. Не знаю, какую цель они преследуют, но этот процесс, в конце концов, он должен завершиться. Вот это первая встреча на официальном уровне после встречи в Сочи. И в целом многие считают, что как бы сейчас вот этот, да, переговорный процесс, он немножечко находится в тупике, как бы нет развития. Вот как вы считаете, вот та площадка, да, которая сегодня, то есть вот сегодня площадка, где вот реализуются вот эти реальные шаги, это все-таки Брюссель и Вашингтон? Ну, опять же, для Азербайджана, я думаю, что то есть любая площадка будет приемлема там, где будет достигнут вопрос, скажем, по определению границ, в том числе по завершению работы над мирным договором. И для нас как бы любая площадка будет востребована, если на этой площадке поставлены нами, так скажем, условия, будут приняты, и мы все-таки в конце концов придем к мирному соглашению с Арменией. Угу. Спасибо вам большое. Напомню, на прямую связь со студией выходил Тургай Гусейнов, член президиума коллегии адвокатов Азербайджана, кандидат юридических наук. Один человек погиб, и еще 13 получили ранения в ходе покушения на бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС. Накануне автоколонна, в которой ехал бывший глава пакистанского правительства, попала под обстрел. В результате политик получил пулевое ранение в ногу. По данным врачей, его жизнь сейчас вне опасности. Стрелявший на митинге был задержан полицией. Он заявил, что совершил покушение на Имрана Хана, потому что считает, что Хан вводил людей в заблуждение. Расследование произошедшего продолжается. Главный министр пакистанской провинции Пенджаб заявил, что формирует совместную следственную группу для выяснения обстоятельств нападения на бывшего премьер-министра страны. Я приказал сформировать объединенную следственную группу таким образом, чтобы она могла расследовать терроризм, мотивы и то, кто стоит за нападением. Судя по всему, нападавших было двое, а не один. Мы изучаем это. Мы сообщим об этом в средствах массовой информации по мере развития событий. Даст Бог, мы дадим им примерное наказание. Этот человек был пойман, и он признался, что пытался застрелить Имрана Хана, а также рассказал о причинах этого. В данный момент он находится в полицейском участке Гуджрата, где полиция записывает его показания. Согласно его первоначальному заявлению, он признался, что пытался застрелить Имрана Хана. В связи с нападением на бывшего премьер-министра Пакистана разгневанные сторонники устроили акции протеста в пакистанских городах Лахор и Карачи. Протестующие собрались и перед больницей, скандируя лозунги в поддержку Хана. Мы никогда не простим того, кто совершил нападение на нашего лидера. Поверьте, нам так больно, что это нападение не на нашего лидера, а на нас самих. Имран Хан – наша красная линия. Мы можем пожертвовать своими жизнями ради него. Израильская Центральная избирательная комиссия объявила итоги проведенных 1 ноября выборов в парламент. Согласно окончательным подсчетам, блок правых партий во главе с экс-премьером Израиля Беньямином Нетаньяху получил парламентское большинство – 64 места из 120. На втором месте расположилась партия Еш Атид, действующего главы правительства Яира Лапида, который уже признал свое поражение и поздравил Беньямина Нетаньяху с победой. Кроме того, Яир Лапид поручил своему аппарату готовиться к передаче власти. К слову, на этих выборах
Закончился сумбурный этап в израильской политике, который начался в 2019 году, когда против Беньямина Нетаньяху выдвинули обвинения в коррупции. Выступая перед своими сторонниками сразу после завершения голосования, Нетаньяху заявил, что будущее правительство будет заботиться обо всех гражданах Израиля. Почетный посол еврейского агентства в Азербайджане Роман Гуревич назвал результат выборов полным разгромом левоцентристских партий. Он отметил, что левоцентристы утешают себя небольшой разницей в голосах. Если мы смотрим со стороны левоцентристов, то лагерь, который возглавлял Яир Лапид, уходящий премьер-министр, он допустил, на мой взгляд, почти все возможные ошибки. Две партии, Авада и Мерец, которые была опасность, что они не пройдут в Кнессет, они так и не объединились. Несмотря на то, что необходимость этого была совершенно очевидна для всех. Но Лапид даже предлагал лидерам этих партий объединиться, и лидер партии Мерец вроде бы согласилась, но лидер партии Авада Мирав Михаэли категорически объединяться не хотел. Если мы смотрим на то, что происходило в стане Нетаньяху, то он сделал все для того, чтобы вот его ведро было максимально герметичным и собрало всю дождевую воду. Партии Бен-Гвира, Итамара Бен-Гвира и Смотрича – это две разные партии. Они не особо хотели объединяться, и по отдельности они находились, в общем-то, недалеко от электорального барьера. Нетаньяху их вызвал к себе в Кейсарию, в домашнюю его виллу, и сумел убедить их объединиться. Они объединились, в результате эти две партии получили 15 голосов. Заседание Национального собрания Нижней палаты парламента Франции было со скандалом прервано после российской выходки ультраправого депутата Грегуара де Фурна. Он во время выступления потребовал своего темнокожего коллегу вернуться в Африку. Инцидент произошел во время слушаний по вопросу о нелегальных мигрантах, когда темнокожий парламентарий от партии «Непоколебимая Франция» обратил внимание на ситуацию со спасенными на днях беженцами. Расистский выкрик ультраправого депутата вызвал недовольство, переросшее в серьезную перепалку между двумя политиками. Сам зачинщик скандала оправдывается, что под предложением пусть вернется в Африку, он якобы имел в виду корабль с мигрантами, а не обращался к своему коллеге. Центристское правительство и Левый альянс заявили, что комментарий является неприемлемым российским оскорблением и потребовал от Фурна сложить мандат. В сентябре, в середине ноября, страны Большой Двадцатки соберутся на саммите G20 в Индонезии. Ожидается, что на его полях пройдут встречи, результаты которых могут существенно повлиять на геополитический расклад во всем мире. Как отмечают эксперты, если предстоящие переговоры и не окажут существенного положительного влияния на отношения между ведущими странами мира, то как минимум не испортят их еще больше. В рамках саммита G20 намечена встреча лидеров Китая и США Си Цзиньпиня и Джо Байдена. Помимо этого, с американским лидером встретится и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Глава России также прибудет на данный саммит. А украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что отказывается от участия, аргументировав свое решение присутствием Владимира Путина. Особое внимание СМИ привлекла возможная встреча Си Цзиньпиня и Джо Байдена. Ведь два многолетних соперника, наконец, могут сойтись на общем мнении. До этого уже состоялся разговор глав МИД США и Китая, в ходе которого страны договорились поддерживать открытыми каналы связи. В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что взаимное сотрудничество России и Китая достигло беспрецедентных высот. Интересно, каковы перспективы развития этого политического треугольника и насколько сильно изменятся позиции каждого государства? Накопилось слишком много как внутренних, так и международных вопросов, которые будут обсуждаться на встречах двух лидеров. Касательно международных вопросов, ожидается, что особо будут обсуждаться ситуация в Украине, постановление зерновой сделки. Думаю, будет широкое совещание в связи с ситуацией в Ливии, Греции, Кавказе, особенно по продаже США оружия.
оружия Турции F-35 и F-16. Я думаю, что Эрдоган, скорее всего, встретится с Путиным на полях саммита G20, также, возможно, встреча и с лидерами других стран. И, скорее всего, Турция попытается организовать встречу президента Украины Зеленского и президента России Путина и установить мир в Черноморском регионе. В новом документе, новой национальной стратегии безопасности администрации Байдена, несмотря на войну в Украине, Китай остается главным конкурентом и угрозой господства США в мире. Россия ставится не как, опять, не как, как конкурент, а как государство, подрывающее международный правопорядок. Принимая во внимание все это и растущую конкуренцию между Китаем и США, трудно говорить о том, что отношения между этими двумя сверхдержавами будут развиваться гладко. Напротив, можно с уверенностью прогнозировать, что торгово-экономическая война между этими странами и политическая напряженность будет обостряться. Если в рамках саммита будет достигнуто определенное согласие между США и Китаем, Москва окажется в непростом положении. Прогноз по следующим действиям Кремля дал российский политтехнолог Дмитрий Солонников. Роста любви между двумя странами в любом случае в ближайшее время не ожидается. Поэтому, в принципе, Россия за любое открытие новых внешних свобод торговли, снятие санкционных ограничений, возможности договариваться на паритетной взаимовыгодной основе. Если такой шаг сделает Китай, начнет первый он продавливать США, ну хорошо, значит для России это тоже будет позитивно. Еще раз, серьезных изменений в нынешнем противостоянии КНР и США не ожидается. Китай как назван основной экономической угрозой США, так и будет. Вот здесь одна встреча, одни переговоры ничего не изменят. По всей видимости, все три сверхдержавы намерены придерживаться прежней траектории извлечения выгоды из любых соприкосновений. Саммит G20, вероятно, станет одной из таких возможностей не только для США, Китая и России, но и для иных участников. Президент США Джо Байден обратился к молодым избирателям в Нью-Мексико в рамках своей последней крупной предвыборной кампании всего за несколько дней до промежуточных выборов. Турне Байдена началось в Альбукерке, где он рассказал о списании многомиллионного студенческого долга и раскритиковал рекордные прибыли нефтяных компаний, поскольку кандидаты от Демократической партии по всей стране сталкиваются с критикой из-за высоких цен на бензин и инфляции. Президент обратился к студентам в продемократически настроенном штате Нью-Мексико, где, судя по опросам, действующий губернатор, демократ Мишель Лухан Гришем, опережает республиканца Марка Ракенти примерно на 6 процентных пунктов. Ход выборов в Нью-Мексико перекликается с политическими баталиями по всей стране. Лухан Гришем сделал доступность абортов центральным элементом своей кампании. Ракенти предлагает запретить эту процедуру после 15 недели беременности и обвиняет своего оппонента в разгуле преступности и экономических проблемах. Байден заявил, что его политика списания студенческих долгов и программы бесплатного обучения в колледже, предлагаемая губернатором Нью-Мексико, призваны побудить молодых американцев приобретать знания и навыки, чтобы конкурировать в современной экономике. В Нью-Мексико нам нужно переизбрать вашего губернатора, чтобы констатировать очевидное. Мы здесь по простой причине. 5 дней до самых важных выборов в нашей жизни, и это не преувеличение. Это сформирует то, как будут выглядеть следующие 2 поколения. Если победит противник Мишель, право выбора здесь, в Нью-Мексико, исчезнет. А если республиканцы получат контроль над Конгрессом и примут общенациональный запрет, как хочет сделать сенатор от Южной Каролины, запрет на аборты, наложить на него вето, этого не произойдет. Но если мы изберем больше демократов в Сенат и сохраним контроль над палатой представителей, мы сможем кодифицировать Роу против Уэйда как закон страны. Тем временем Трамп намерен объявить о своей предвыборной кампании перед Днем Благодарения 24 ноября. Один из советников бывшего президента США считает, что это даст ему преимущество перед оппонентами.
Глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с министром обороны Южной Кореи Ли Джон Сопом заявил, что нападение на США или их союзников с использованием ядерного оружия со стороны Северной Кореи станет концом для режима лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом информирует РИА Новости. По словам американского министра обороны, любая подобная атака, в том числе и с применением нестратегического ядерного оружия, является недопустимой. Любая ядерная атака против Соединенных Штатов или их союзников и партнеров закончится концом режима Кима. Мы решительно осуждаем безответственные и безрассудные действия КНДР. Как мы уже говорили ранее, такого рода деятельность дестабилизирует регион. Мы призываем их начать вести серьезный диалог. Мы еще раз подтвердили надежность военного союза между Республикой Корея и США и силу совместной оборонительной позиции. Кроме того, мы подтвердили, что данный союз превращается в глобальный всеобъемлющий стратегический альянс, основанный на общих ценностях, таких как либеральная демократия, права человека и верховенство закона. Госсекретарь Остин обязался обеспечить расширенное сдерживание Республики Корея, используя весь спектр военных возможностей, включая не только ядерные и обычные силы и средства противоракетной обороны, но и передовые неядерные возможности, такие как космические, кибернетические и электромагнитные возможности. Ранее представители американской стороны в Совбезе Организации Объединенных Наций обратились с просьбой о проведении срочного заседания после новых ракетных запусков со стороны КНДР, в ходе которых предположительно прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты. Кроме того, Вашингтон призвал рассматривать действия Пхеньяна как сознательное решение об эскалации ситуации на Корейском полуострове. В Баку прошел тренинг для журналистов и глав пресс-служб. В нем участвовал профессор Лондонского университета Барни Джонс. На мероприятии руководители и работники пресс-служб повысили профессиональные навыки. В течение трех дней в Баку руководители пресс-служб государственных, неправительственных и других организаций обучались навыкам написания пресс-релизов. Тренинг состоялся при поддержке Центра анализа СМИ, Центра Гейдара Алиева и Агентства развития медиа. В мероприятии участвовал известный журналист, профессор Лондонского университета Барни Джонс. Несмотря на то, что мы довольно долгое время работаем в сфере коммуникации с общественностью, всегда есть чему научиться. А именно такие встречи открывают для нас новые возможности решения каких-то моментов, с которыми мы можем ежедневно сталкиваться в нашей работе. Британский профессор, проводивший тренинги, рассказал, как нам даже столь опытным кадрам грамотно использовать различные медиа-элементы в своей деятельности и главным образом облегчить координацию в многогранной медиа-сфере. В рамках тренинга специалисты пресс-служб также учились правильно подавать информацию, общаться с людьми и противодействовать искажению фактов. Особое внимание участников привлек кризисный менеджмент. Эта дисциплина обучает скоординированным действиям, направленным на предотвращение развития кризиса и устранение его негативных последствий. Это очень важная тема для нас, так как трудящиеся в сфере коммуникации и работы с общественностью очень часто сталкиваются с немалым количеством вопросов, ответы на которые не всегда можно найти в сжатые сроки. А наша работа, как известно, должна быть осуществлена быстро и качественно. Решения должны приниматься незамедлительно и не во вред структуре, в которой вы работаете. И вот на этих тренингах зарубежные профессора поделились с нами секретами, которые помогли бы выработать в себе стрессоустойчивость и умение работать в любых кризисных ситуациях. Такое мероприятие прошло в Азербайджане впервые. Его целью было внести вклад в реформы СМИ, а также поспособствовать развитию медиа. Трехдневный мастер-класс в Баку растянулся на три дня – с 1 по 3 ноября. Эльнара Алиева, CBC. В Азербайджанском университете архитектуры и строительства состоялась научно-практическая конференция, посвященная Дню Победы. В мероприятии приняли участие представители вузов, научных организаций и профильных учреждений страны. Ключевые темы конференции – политика стратегическая, важность победы в Отечественной войне, модель постконфликтного восстановления Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, а также планирование освобожденных территорий. На пленарном заседании со вступительной речью выступила ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства Кельчо Храмамедова. Она отметила, что в настоящее время в восстановительных и созидательных работах, проводимых на освобожденных территориях, принимают участие в том числе и выпускники Азербайджанского университета архитектуры и строительства.
В восстановительных работах на освобожденных территориях принимают участие и наши выпускники. Среди них и строители, и архитекторы, специалисты в области водного хозяйства, транспорта. Все они сегодня вносят свой вклад в возвращение жизни на освобожденные от оккупации земли. Мы гордимся тем, что Азербайджанский университет архитектуры и строительства взрастил такие квалифицированные молодые кадры, которые в любую минуту готовы с честью и достоинством исполнить свой гражданский долг. Исполнительный директор Центра анализа и коммуникации Вюсал Гасымлы выступил с презентацией и дал подробную информацию о градостроительном процессе и экономической модели, применяемых на освобожденных территориях. За последние два года Азербайджан в прямом смысле этого слова явил миру новую модель постконфликтного строительства. В регионе уже идет подготовка к сдаче третьего по счету аэропорта. Планируется прокладка более 700 километров автомобильных и более 300 километров железных дорог, а также строительство более 50 гидроэлектростанций. В настоящее время в регионе наряду с местными предпринимателями в строительные работы вовлечены также предприниматели из Турции, Израиля, Великобритании, Румынии и других стран. По случаю 8 ноября, Дня Победы, в университете АДА в Баку продемонстрирован документальный фильм об истории культурной столицы Азербайджана, города Шуша. Он получил название «Шушинские горы в тумане», на показе, который состоялся при сотрудничестве вуза и общественного объединения по культурным связям «Неугасающий факел», участвовали студенты, преподаватели и сотрудники университета АДА. Хронометраж фильма, который снимался в течение двух месяцев, составляет 42 минуты. Показу картины предшествовала выставка, посвященная Дню Победы в 44-дневной войне. Она была организована Союзом художников Азербайджана. Мы со сценаристом Мусалим Гасановым еще раз пообщались, еще раз сделали разработку этого сценария и вместе пришли к мнению, что будет отлично, если мы сделаем его постановочно документальным фильмом. Почему? Потому что очень важно сегодня создать в экранном варианте одну из работ, которая бы, как говорится, была представлена не только в Азербайджане, но и за пределами Азербайджана, потому что армянская пропаганда очень, как говорится, бесперерывно врет, бесперерывно говорит какие-то неправдоподобные истории о том, что Шуша – это их древний город. На филологическом факультете Российского университета дружбы народов в Москве состоялось торжественное открытие аудитории азербайджанской литературы имени поэта и мыслителя Низами Гендживи. Главной целью проекта является знакомство студентов вуза с азербайджанской литературой, а также укрепление азербайджано-российских гуманитарных связей. Стены аудитории украшают 40 портретов известных азербайджанских поэтов и писателей, орнаменты национальных ковров, карта Азербайджана, сделанная из дерева руками народных мастеров и многое другое. Автором идеи выступил доцент кафедры массовых коммуникаций филологического факультета РУДН Анар Гасанов. Ну а сейчас переходим к экономическим новостям, которые представит моя коллега Нигия Рахманова. На фоне глобальных вызовов в виде нарушения цепочек поставок и энергокризиса страны арабского мира и Азербайджан налаживают экономические отношения. Так, ситуация с газом в Европе только укрепляет позиции Алжира, Азербайджана и других стран-экспортеров энергоресурсов на европейском рынке. Этим сотрудничество не ограничивается. Так, для развития сферы торговли в октябре этого года в столице Катара, Дохе, был открыт торговый дом Азербайджана. Он усилит связи между предпринимателями и позволит увеличить продажи продукции. Сельхозтовары азербайджанского производства, то есть овощи, фрукты, мясная продукция, представлены в открывшемся в Катаре торговом доме Азербайджана. Считаю, что это поспособствует росту экспорта продукции нефтяного сектора из Азербайджана в страны арабского мира. Из нефтяного сектора на примере Катара можно даже привести тот же человеческий капитал. В нефтегазовых компаниях Катара работает достаточно большое число профессиональных специалистов из Азербайджана. Опыт и знания азербайджанских сотрудников здесь высоко ценятся. В
то же время Азербайджан и Казахстан проделали значительную работу, чтобы наладить движение транзитных грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, или, как его еще принято называть, Срединному коридору. Это, в свою очередь, поспособствовало стимулированию торговых отношений между странами. В этой связи важное значение приобретает подписанный президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым указ о подтверждении Азербайджана-Казахстанского межправительственного единого соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве. Между Казахстаном и Азербайджаном есть такие традиционные торговые отношения. Это вот у нас идет в основном, особенно что Азербайджан достиг хороших, в переработке нефти и углеродных сырья. И поэтому мы оборудование, электрическое оборудование получаем из Азербайджана. А в свою очередь Казахстан поставляет металлургические изделия, потому что Казахстан богат разными металлургическими изделиями, там медь, сталь и другие. Азербайджан является надежным партнером Казахстана в регионе Южного Кавказа, а экономические связи между двумя странами постоянно расширяются. Только за последний год взаимная торговля выросла в 3 раза. Между странами, будем говорить, там Кавказского и Среднеазиатского региона увеличиваются возможности перерабатывающей отрасли. Например, вот из Азербайджана мы очень замечаем готовые текстильные товары к нам поступают. А в дальнейшем, естественно, мы и по другим оборудованиям, электрическое оборудование, торговое оборудование и остальные оборудования можем друг другу поставлять. По словам эксперта, еще одним перспективным направлением выступает пищевая отрасль. Примером служит подписание меморандума о сотрудничестве по трансферу технологических новшеств в аграрной сфере между Центром аграрных инноваций Министерства сельского хозяйства Азербайджана и Национальным агентством по развитию инноваций Казахстана. К другим темам, предложения по производству зеленого водорода в Азербайджане представлены на 2-м заседании комиссии по возобновляемым источникам энергии. Обсуждения прошли под председательством министра энергетики Азербайджана Первиза Шахбазова. Проект подготовила международная энергетическая компания Fortescue Future Industries. Благодаря устойчивому экономическому развитию и благоприятной бизнес-среде Азербайджан привлекает зарубежные капиталовложения, что подчеркнул министр. Проект был рассмотрен экспертами и подписан с учетом поступивших замечаний и предложений. В результате целенаправленной экономической политики, проводимой под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева, инвестиционная привлекательность экономики страны очень высокая, благодаря чему проекты зеленой энергии реализуются за счет иностранных инвестиций. По проекту Городахской ветряной электростанции заключен меморандум о взаимопонимании. Документ подписан азербайджанской инвестиционной компанией Caspian HDG и специализирующейся на альтернативной и возобновляемой энергетике испанской Elecnor. Об этом на своей странице в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаэль Джабаров. Напомним, что в настоящее время в Городахском районе компания из Объединенных Арабских Эмиратов Мастар реализует проект по установке солнечной электростанции, а в Хызы и Абширонском районе создается ветроэлектростанция при участии компании «Аквапауэр» из Саудовской Аравии. Ужесточение санкций в адрес Ирана может последовать за обсуждением с западными политиками угрозы международной безопасности, которую создает продолжаемая Тегераном ядерная эскалация. Эта тема поднималась на встрече госсекретаря США Энтони Блинкена и министров иностранных дел Германии Аннелена Бербок, Франции Катрин Колонны и Великобритании Джеймс Клеверли. Об этом МИД Британии написал у себя на странице в Twitter. По мнению экспертов, упомянутые санкции имеют колоссальное влияние на регион. Санкции ЕС в отношении Тегерана, не позволяющие выхода этого ресурса на западные рынки, ставят каспийских экспортеров углеводородов, в частности Азербайджан, Туркменистан, Казахстан, в особенно почетное положение и дает нам большую субъектность в геополитическом смысле. Также санкции в отношении Ирана повышают транзитное значение стран Каспийского региона и делают серединный маршрут «один пояс, один путь» незаменимым. Уже скоро готовые инфраструктуры Баку-Тбилиси-Карс просто будет не хватать. Именно поэтому мы так настаиваем на незамедлительном открытии Зангезурского коридора. Санкции также оставляют отпечаток на реализации внутрирегиональных инфраструктурных проектов.
Экономика Великобритании вошла в рецессию, которая потенциально может продлиться 2 года. Согласно данным Банка Англии, темпы инфляции достигли максимума за последние 40 лет. В сентябре она превысила 10%. Для сдерживания инфляции регулятор повысил процентную ставку на 75 базисных пунктов до 3% годовых. Это стало крупнейшим повышением ставки с 1989 года. Центральный банк Великобритании прогнозирует, что инфляция в конце года достигнет 40-летнего максимума около 11%. По словам главы Банка Англии Эндрю Бейли, экс-премьеру Великобритании Ли Страсс не хватило пары часов, чтобы устроить финансовый армагеддон в стране. Могу сказать вам, что в тот момент, когда мы вмешались, поступали сообщения от рынка, что речь шла буквально о часах. Это была реальная угроза финансовой стабильности. Мы, безусловно, достигли точки, когда рынки были очень нестабильными. Из-за отдельных решений экс-премьера Великобритании Ли Страсс финансовый рынок Соединенного Королевства оказался в ситуации, когда всего несколько часов отделяли его от масштабного обвала. По заявлению британского регулятора, для возвращения инфляции к целевому уровню возможно потребуется дальнейший рост ставки. При этом управляющий банк отметил, что темпы ее повышения, вероятнее всего, будут ниже, чем ожидают на рынке. Согласно прогнозам, в Британии возможен рост безработицы на 6,5%. Рецессия ожидается уже начиная с 3-го квартала текущего года, то есть ранее, чем в США и других странах. Самое важное из заявлений Банка Англии состоит в том, что ставка будет повышаться не так сильно, как ожидает на данный момент рынок. Ожидания рынка, напомню, на уровне 5,2%, что в целом для рынка нейтрально, положительно. Британский фунт на этих новостях особо не изменил свою динамику. Поэтому можно сказать, что рынки вполне ожидали такое повышение ставки. Стоимость ненефтяного экспорта Азербайджана за январь-октябрь 2022 года превысила 2 миллиарда 380 миллионов долларов США. По данным Агентства поощрения экспорта и инвестиций, это на 16% выше данных за 3 квартала прошлого года. Ведется подготовка генеральных планов для 14 населенных пунктов на освобожденных территориях. По словам заместителя председателя Госкомитета по градостроительству и архитектуре Ильгара Избадова, ведомство продолжает собирать информацию об ущербе, причиненном Армении во время оккупации. Экономическая деятельность на освобожденных территориях Азербайджана добавит к ВВП страны 3% и больше 5% к ненефтяному ВВП. По словам главы Центра анализа и коммуникации экономических реформ Вюсала Гасымлы, в сельском хозяйстве производство вырастет более чем на 10%, в туризме на 5,5%. Телли, у меня на этом все. Спасибо большое. Экономический блок представила моя коллега Нигяр Рахманова. А мы с вами прощаемся. До встречи в следующем эфире.